Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Вузи, и мы продолжаем наше прохождение игры «Дальнобойщики 2». В прошлой серии мы нашли короткий путь до алмазного из шахт. В этой серии план таков. На эту серию взять сейчас груз в алмазном до шахт и... или до южного. До шахт или до южного. Воспользовавшись коротким путем, прийти первым, получить несколько лицензий и нанять водителей. Сейчас мы попробуем взять какой-нибудь подходящий груз. Если будет контрабанда, возьмем контрабанду. Я что-то давно контрабанды не видел. И, конечно же, было бы неплохо в южный. Так, залез. Нет, это нам не подходит. Хотя, да. Ельнина, не знаю, как правильно, тоже не... Боровое мне тоже подходит, но все-таки опасно. Южный. Давайте возьмем до южного и понеслась. Свезем мы технические алмазы. Я не понимаю, я еще в игре ни одной контрабанды не встретил, что как-то даже странно. Для меня это на самом деле странно. Раньше, насколько мне казалось, чаще встречалась контрабанда всякая. Сейчас ее действительно не видно. Так, а у нас тем временем что? Вечереет или что? Я уже запутался. Ночь, день, что? Что у нас там? Так, знаете что? Вы со своими кустами меня уже... Меня игра с этими кустами уже пугает, потому что я думаю, что это... Что там озеро небольшое находится, как я называю, лужа, да, в которой я могу утонуть, поэтому я боюсь, объезжаю уже. Это жуть. Это кошмар. Ну ничего, пока едем. Главное свой срез не пропустить, тайную тропу, так сказать, где мы начнем отрываться от своих соперников по времени. О, там еще кто-то взял груз. Трое впереди меня. Ну, благо я не честный дальнобойщик. Я такой. Получестный. Так, чуть-чуть правее. И вон там, по-моему, будет озеро небольшое, да? Надо чуть левее будет уйти. Да, я помню. Не, привыкаешь, потихоньку привыкаю, вспоминаю, запоминается дорога. Но только главное не ночью ехать, остальное все ерунда. Все, вроде нормально, едем, никто по моей тропе секретной не едет. Я подозреваю, что у них там на карте и не видно ее. Полбака почему-то у меня автомобиль уже съел. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня такое ощущение, что иногда в игре просто не работают присадки. То есть присадку в двигатель, который я ставил, она то работает, то не работает. Автомобиль как-то по-разному, есть бензин. Не знаю, с чем связано. А, все, вижу. Смотрю на карте, там едет какой-то. А смотрю в зеркало, не вижу никого. Надеюсь, я правильно еду. Ну, слушайте, а здесь на Рено поприятнее ехать, чем на Зилке. Зилок как-то себя неустойчиво чувствовал, а Реноха прям прет. Реноха прет, и даже намека нет на то, что перевернется. Так, мне куда-то туда сейчас по прямой, вот так вот. Я 7-й в гонке, это ладно, это ничего страшного. Так, как-то так, я ехал. Чуть, наверное... О, стоп, подождите, за мной какой-то... За мной еще один увязался, серьезно? А что, так можно было? Смотрите, за мной еще один едет. Ничего себе. Я просто не припоминаю, чтобы боты пользовались объездными путями. Может, у него там чего это? Что-то случилось не то. Так. Здесь аккуратней. Я бы даже притормозил бы. Главное не поворачивать. Ну, посмотрим, как он здесь справится на таких ухабах. Тут не ухабы, тут жесть какая-то. 53 минуты мне до южного. Конечно, далековато. Но вроде едем. Вроде мчимся. Интересно, а он за мной и по шахтам поедет?
Если он за мной по шахтам поедет, это будет нонсенс. Я впервые. Ребят, дамы и господа, честно, впервые такое у меня. Если у кого-то такое было, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому как, ну, я не в курсах. Прям, честное слово, впервые. Я даже такого не припоминаю. Да сейчас правее. Ой-ой-ой-ой, я врезался. А, не-не-не-не, нормально. Тормозил я. О, он назад поехал. Серьезно, это у бота какая-то новая фишка? Нет, не сюда. Я тут сейчас машину разгромыхаю. Не сюда, чуть-чуть вот здесь налево. Она у меня просто очень сильно груженная и тормозить вообще не хочет. Сейчас мы просто проверим на F3. А, да шины у меня нормальные вроде как. Так, мы поехали здесь вниз, там чуть правее надо дать. Так, тормозим, куда ты 70 разогнал? Это уже другой путь, насколько я понимаю. Да, чуть другой путь. Ничего страшного. Здесь вообще можно заглушить автомобиль и ехать и ехать. Здесь лучше ничего себе, она там разогналась у меня машина. Я вижу здесь поворот какой-то, просто страшно, правда страшно. Немножко есть такое ощущение прям. Ну, зато музыка бодрящая. Здесь налево, да, мне сказали. Давайте, давайте налево. Может быть, я там и прямо мог проехать. Так как я всей дороги не знаю. Но едем по той дороге, которую мы проложили в первый раз. Лучше ее придерживаться. Там дальше следующий у нас направо должен уходить поворот. Ну и тут что ты не тормозишь-то? Я вообще на газ практически не нажимаю, он сама разгон берет. А как же мое торможение двигателем или груженный не работает? Видимо, на груженный автомобиль это не распространяется. Особенно с гор. Я так и понял. Нормально. Поэтому будем тормозить сами, помогать. Вообще не тормозит. Хотя нет, тормозит по чуть-чуть. Здесь дадим чуть-чуть газку и ускоримся. Так, а там бы нам выйти бы. Вот эта музыка мне нравится. Слушайте, ну не, нормально так. И тут сейчас направо. Тормози. И направо. О, хорош. Хорош. Здесь тоже мне направо надо уйти. Вообще на газ не жму. Здесь налево надо уйти. Слишком быстро еду. Ох, хорош. Так. Сейчас я не знаю, я же могу здесь налево уйти. Или я здесь не проеду налево. Давайте посмотрим. Раз уж мы тут в роли, так сказать, дорогоискателей. А, так тут, наверное, одна дорога. Мне сейчас сюда в любом случае и налево. Все, я понял, как это работает. Я понял. Дорога здесь плюс-минус одна. Осталось только найти. Я ничего не вижу. Вот. А, ну это серьезно, да? 911. Я завалился. Я даже не понял, как я завалился. Ну, я примерно представляю, там довольно такой крутой съезд. Обрывистый. Поэтому я и завалился. Ну да ладно, едем в шахты. Через шахты до Южного. Мои конкуренты довольно далеко от меня. А почему тут топливо? Ладненько. Вот. Вот тут не хотел поворачивать до конца, чтобы не опрокинуться. Чтобы не завалиться. Я так и не посмотрел, почем здесь топливо. Так, ну у меня там следующая есть заправка. Мы сейчас посмотрим, почем там топливо. Поздравляем, вы первые в гонке. А насколько я первый? Да я намного первый. Спасибо, совет-то вообще годный, дельный. Спасибо большое. А, там я смотрю, еще какой-то проезд есть. Давайте посмотрим, почем. 3,7 многовато, конечно. Но мы сейчас сделаем не так. Мы сейчас вот так заправим где-то. Чуть больше половины.
И поедем тогда. 3,7 дороговато, я по 2, последний раз по 2,20, по-моему, заправлялся. По-моему. Точно не помню. Но дешевле, чем 3,7. Ну и ладно. Тогда сейчас поедем быстренько. До Южного доедем. И все свои лицензии постараемся потратить. Поехали. А тут у нас здесь полицейский. От шахт. Ну, тут чуть-чуть до Южного осталось. Да, и по поводу мигающих водителей. Спасибо, что подсказали. Это тот водитель, который у меня во вкладке F4 выбран. То есть Михаил у меня сейчас выбран. То Михаил у нас и будет мигать. Это для поиска водителя, где он сейчас находится. Спасибо большое за подсказку. Тоже пригодилось. А я сначала и не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно. О, вот так уже не опасно. Ага, опять дождь пошел. Ну все. Быстренько мчимся до шахт. Постараемся ничего не нарушать. У меня, я хотел посмотреть, 78 тысяч. Плюс 22 получу. То есть это получается около сотки тысяч. Ну, 100 тысяч. Плюс мне еще мои водители, наверное, что-то подвезут. Ну, то есть одного водителя мы сможем в теории нанять. Все, тут зеленое, это хорошо. В теории одного водителя сможем нанять. Это именно на больших грузах. Если какую-нибудь газельку, то 4. Если будут 4 лицензии, то 4 штуки. 4 водителя. Ой-ой-ой, молния сверкает. Или так фары мои пытаются работать. Не знаю. Газель. Итого, Южный налево. Поехали налево. Я вижу, там у меня помех справа. Давай, давай, дядька. Ну ты чё творишь? Медленно остановите машину. На, держи. Сам под меня вылетел. Еще говорит, немедленно остановите машину. Вот это ты дал. Я в шоке от таких блюстителей порядка. Я его пропускал. Все для него. Южный налево. Окей, красный. Надеюсь, там полицейских нет. Но я не вижу полицейских. Вроде никаких автомобилей тоже не было. Вот газельку бы я мог бы нанять несколько, они по 16 тысяч, в принципе, довольно скоростные. Могут, пусть и за раз и немного брать грузы, но зато быстро ездят. Поэтому можно таких и нанимать. Свет мерцает. Да, это, наверное, мой свет пытается пробиться сквозь темень. И посветить мне. Хотя, да, скорее всего, это баги игры. То, что старая версия через программу работает. Скорее всего, что-то да. Что-то такое. Ну все, мы уже почти у Южного, слушайте. А, не так уж и плохо. Не так уж и плохо. Там едет мой водитель. Южный налево. С такой скоростью, да. По такой дороге чуть подзанесло, но мы сейчас здесь главный отрезок пройти, не получив штрафы. Я уже 2200 заплатил за ДТП, по сути, в котором я не виноват. 60 я еду, отлично. Первую камеру мы прошли. Идеально. Здесь небольшой спуск, я думаю, можно даже топливо поэкономить. Там ограничение всех знаков, точнее снятие ограничения знаков, то есть могу лететь. Там у нас новый знак по ограничению скорости. 60, окей, я вас понял. А, вижу. 56 еду, все, по идее проехали знак. Ну, данный, кстати, срез. Данная тайная тропа довольно неплохо. Время так-то экономит. И топливо. Да. Да, ну ладно. Уже подъезжаем к Южному. Посмотрим, что там на парковке у Южного. Вот. Еще мне, кстати, писали по поводу кольца. Говорят, на кольце тоже изи. Да, согласен, на кольце изи. Изи деньги, изи лицензии. Но кольцо довольно быстро надоедает.
Каждый раз ездить, все одно и то же делать. Давайте здесь срежем и сдадим вот здесь груз. Немножко схитрим. Мы и так схитрили тут. Пол карты срезали. 3 лицензии у нас имеется. 8 минут. Давайте-ка быстренько смотрим. Вижу цельнометаллическую газель. А это все не по нашу душу. Во, вижу, кто-то стоит. Что? Что ты такое? Нет, Вольво, у меня такая же. Газель люкс, не надо. Кайман, нет, не надо, спасибо. Сейчас посмотрим, что здесь. Это с выключенными фарами вроде наш. Быстренько к карте обращаемся. Смотрим, куда нам быстрее. Мы можем доехать в Залесску. Давайте, где шахты, две парковки. Погнали быстренько, где шахты, две парковки у нас там. Имеется, да? И там, если что, наймем хотя бы одного еще водителя. По деньгам у нас 105 тысяч, даже больше, чем я предполагал. Даже со штрафом. В принципе, 5 тысяч я могу сейчас на штраф потратить. Потому как время у меня не резиновое. Целую минуту я уже потратил. Не вижу знака. А, вот он. 60. Я 66 еду. Отлично. Здесь мы проскочили. Там у нас будет две парковки. Поэтому мчим. Пытаемся лететь. Ох, какой красивый тягач поехал. Весь гирляндами обвешен, как я их называю. 60. 65. 51. 50. Все. Можно гнать. Да я думаю, что я успею. Успею за это время доехать до парковок. Да, там вот заездку сейчас быстренько проедем. Я надеюсь, что никаких приключений не будет в дороге. Никаких больше полицейских отважных, которые будут непонятно куда поворачивать. Блюстители закона-то, а? Должны правила соблюдать, а они... Я не знаю, что его потянуло такой маневр сделать, налево повернуть. Хотя вроде как поворот был раньше налево. Не знаю, он прям под меня подлез. Хотя я его пропустил. Так, ну BMW, давай. Или это не BMW? Так, давай я подальше тебя лучше буду опережать. Потому как вы психи, я знаю, что у нас тут имеются в игре. Не совсем адекватные модельки. Так, 16 тысяч вижу. Давайте-ка, смотрите-ка, есть тягач. А, MacVision, понятно. Давайте-ка я газель сейчас найму. Или, нет, на другую парковку сейчас гоняю. Если что, в уме держим 16 тысяч, у нас есть 3 лицензии. Посмотрим, что у нас на этой парковке. Слева никого, здесь, по-моему, только тягач, но его только купить. А, Scania, 50 вот Петрович. Давай, мы тебя наймем. Нанимаем его. И едем в обратную сторону. Это же BMW или что это? Или Волга? Я не пойму. Есть. У нас имеется теперь тягач. И еще газелист сейчас будет. MacVision. Я вообще MacVision таких автомобилей. Немедленно остановите машину. Давай, Эдуард, я тебя нанял. Все, я остановил автомобиль. Иди меня быстренько штрафуй, пока я смотрю на карту. Я бы, наверное, мог бы до еще одной парковки доехать, но 4 минуты, и по деньгам у меня... Что у меня осталось? 29 тысяч, поэтому предлагаю. Предлагаю в следующий раз стартануть с Енина, довести груз в бухту и получить пару лицензий. Заодно и проверить этот путь. И правильно ли я понял человека, который мне писать, что лучше слезать по болотам. По болотам это, наверное, через ключи. Так что я сейчас доеду за кадром в Эльнино, и в следующей серии возьмем груз и проверим, как оно будет работать через ключи. Что ж, а на этом данное видео подошло к концу. Спасибо, дамы и господа, за ваши царские королевские лайкосы, за ваши комментарии и поддержку. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения. С вами, как всегда, был Вузи. Всем пока-пока и до новых встреч.